У вас при себе имеются ли какие-либо запрещенные вещества, предметы гражданского оборота, то есть оружие, наркотики, деньги, ценности, добытые преступным путем? Если есть, я вам предлагаю добровольно указать на место их нахождения. Нет, у меня даже было, я находил в подъезде нормально. Сейчас при себе ничего нет у вас, то есть? Сейчас при себе не помню, может быть, есть. Оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан задержали 26-летнего жителя Брянской области, у которого обнаружили 4 упаковки с синтетическими наркотиками. В результате обыска на съемной квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили 4 тайника с наркотиками, телефоны, электронные весы и приспособления для упаковки. Всего изъято более 3000 разовых доз высококонцентрированного наркотического средства. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников группы.